это же Чучел и его любимая Мишенька. А это что? Это еще один Чучел. Вот это да, у нас будет драка. Так, плохой Чучел против хорошего Чучела. Ребята, давайте поможем нашему Чучелу, будем болеть. Вот я, пусть Антоша, болею за нашего доброго Чучела. А этот злой Чучел, смотрите, какой хитрый. О, он подговаривает свою улитку, чтобы она обогнала нашего Чучела. Давай, Чучел, мы за тебя болеем, у тебя все получится. Ну, ты обгонишь, давай, еще немножко. Да, победа, финишная прямая, ура! Мы победили, а значит, пора выпустить из этой клетки нашу Мишеньку. Эй, злой Чучел! Ах ты такой плохой, смотрите, еще пинаться решил! Но зря ты нас разозлил, сейчас мы с тобой разберемся! Так, что тут у нас? Ринг, бам-бам-бам! Будем биться на ринге! Получил, да, сыграл? Ага, вот тебе, будешь знать, как забирать чужую Мишеньку! Вот так! Получай! Ребята, пишите скорее в комментариях, Чучел, бей! Чтобы нас Чучел побил плохого и спас наша Мишенька. Эй, так нечестно! Читер побил. Но наш Чучел непростой, он решил набраться великой мудрости и силы, и он отправился в Гималаи к великому Чучел-деду, ну, деду Чучела. И он набрался у него наивысших, крутых, боевых искусств. Смотрите, что он теперь может. Ха-ха! Вот так, злой Чучел, все. Теперь тебе точно крышка. Против молотка нас не учили драться. Ничего, все равно мы спасем нашу Мишеньку. Мы ее спасем. Вот так вот, будешь знать. Получай. Упс, что-то не получилось. Что бы нам придумать такое? Мы тебя все равно побьем. Как бы ты тут ни думал. Мы вот пошлем сердечко. Оно прилетит к Мишеньке. Мишенька просто станет супер мощной от любви. И эй, при чем тут пылесос, ты говоришь? План прогорел, Чучел. Нужно что-то придумать новое. Соревнование. Давай, Чучел, ты сможешь. Я в тебя верю. Молодец. Ну что, злой Чучел, съел, да? Подними Эй, здесь какая-то уловка. Давай, Чучел. Вау, вот это да. Мы какой булдыжник. Эй, ну-ка, убери перо. Убери перо. Пё-пё-пё-пё-пё-пё. Чучел. Ничего, мы все равно сможем тебя побить. А теперь мы играем в «Собери яйца». Эй, что? Как так получилось? Так, ребята, кто считает? Сколько ноль? Два ноль, да? Наш Чучел ведет? Нет, кажется, ведет злой Чучел. У него 3 победы, а у нашего Чучела доброго всего 2. И теперь он улитка. Что происходит? Ничего, у нас еще есть время. Мы его вот так вот возьмем и обхитрим. Помните, Чучел так обхитрил Кекила, когда за Мишенькой тоже охотился. Пока Кекил смотрел в одну сторону, Чучел с другой выскочил. Раз, бац, и все, и спас Мишеньку. И в этот раз так же и будет. Опа! Съел, да? Попался? А ты не ждал? А мы вот так тебя вот обхитрили. Не дам я тебе Мишеньку, ну-ка, кыш. Хочешь Мишеньку? Вот иди и бери себе сам Мишеньку. Ой, спасибо! Этот здоровый, мохнатый зверь нас подкинул до дома, Кекил, представляешь? Теперь мы можем кушать нашу Мишеньку. Ладно, Кекил, я с тобой обязательно поделюсь. Ну как же ее поделить? Вот так. Половинка тебе и половинка мне. Так поступают настоящие друзья. Ребята, напишите в комментариях, как часто вы делитесь своими любимыми вкусняшками.
Потому что когда вы делитесь, это здорово и весело, и друг доволен, и ты доволен, и вам обоим весело и вкусно. Стой, негодяй! Стой, вор! Ребята, это очень несправедливо! Скорее пишите в комментариях! Стой, вор! Стой, вор! Как так? Чучел хотел позавтракать вишенкой! Вы как знаете, он очень любит вишенки! А тут какая-то черная рука, откуда ни возьми, забрала нашу вишенку! Хорошо, что с нами есть Кикил, а еще я, Сантоша! Давай, Чучел, мы верим в тебя, ты ее поймаешь! Столько препятствий, никак не получается нам поймать и догнать эту черную руку! Ребята, я знаю, как вы поможете нам! Скорее жмите лайк под этим видео! Смотрите, ваши лайки уже помогают! Чучел оседлал Кекила... Нет, Кекил оседлал Чучела! В общем, мы вот догоним эту черную руку! Давайте, ребята, вместе мы это сможем! Эй, подождите, Кекил, Чучел! Вы на шапке скакаете? Они странные! А еще больше меня пугают вот эти всякие желешки. Они играют, они стучат. О, у меня идея! Ребята, давайте придумаем вместе с вами название вот этим всем разноцветным шариком, которые кончились. Но ничего, вы все равно придумайте название. Кто у нас за черной рукой-то прячется? А? Вы знаете? Что это за черная рука? Чучел так размер нервничался! У Чучела истерика. Чучел, успокойся, зачем ты истерику тут? У меня тоже сейчас будет истерика. Это какой-то мега-чучел. Что это такое? Колобок. Какой-то черный гигантский колобок. Эй, а ну-ка не трогай нашего чучела! Зачем ты ему стучишь по голове? Он и так нервничает! У него истерика! Ты что вздумал? Нет! Этот мега-чучел проглотил вишеньку! Кекил, чучел, вы что творите? Они тоже запрыгнули прямо ему в рот! Там же вон значок, не трогать! Значит, нам нужно как-то это схитрить. Да, Кекил! Куда он делся? Гениальная идея у меня! Нет, не совсем такая. Надо было Кекила оставить. Да-да-да! Класс, Чучел, ты гений! Опа! И вишенька у нас! Ням-ням-ням! А вы уже кушали вишеньку? Напишите в комментариях, какая самая вкусная вишенька у вас была. А у Чучела, видимо, не будет. Чучел превратился в букву О! Упс! Нет, Кекил, все из-за тебя! О, мы снова влипли в историю. Это чудище украло нашу вишеньку, и мы опять вернулись в это болото. Нет, я тут уже был. Ребенок тоже был. Кстати, ребят, напишите в комментариях, кто вам больше нравится, Пупс Антоша, это я, или Львенок тоже. Потому что, ну, в этом болоте совсем не очень. Здесь даже нычки разговаривают. Это очень странное место. Но мы сейчас устроим супертусовку Чучела. Готовы? Сейчас. Нам нужно найти вкусняшку. Сиди здесь. Сейчас я его покажу. Так, вот она, эта вкусняшка. Где же она? Да, смотрите, сколько чучелов. Посчитайте, сколько сейчас будет чучелов. И столько поставьте лайков на канале СПТВ. Я Пупс Антоша. И я скоро вернусь в новом видео. Наша вечеринка продолжается! О-оу! Кажется, она заканчивается. Что происходит? Нет! Нет, не лопай наших чучелок! На СПТВ! Ты подпишись скорее, друг мой!
Потому что на СПТВ весело ставить лайки.